Итак, что у нас сегодня на завтрак? Это мох ягель. Мох ягель, да, который я отваривал в течение 2 часов. Вот сначала взял такой, добавил 0,5 литра воды и отваривал в течение 2 часов. Получилась вот такая масса. Потом я добавил сюда немного гриба чага, ну, тоже отвара, вот, примерно 100 миллилитров. Вот, получился такой вот кисель из мха ягеля с грибом чага. И еще льняного масла. Вот, льняного масла. И все это, соответственно, размешал. И получился у меня отличный завтрак. Очень вкусно и питательно. Вот. Так что оленей мох взят на завтрак не только олени, но и люди.